Поленья начинаю. Я представлюсь. Меня зовут Дмитрий Аксенов. Я директор такой небольшой некоммерческой организации «Прозрачный мир». И мы уже, ну, скоро, наверное, лет 20, как занимаемся в индивидуальном порядке и больше, занимаемся использованием как раз космических снимков и геоинформационных технологий для различных экологических проблем, проблем экологического мониторинга, проблем охраны природы. Сам я биолог по образованию, не айтишник, по большому счету. И большинство у нас в команде – это биологи, географы, почвоведы все время были. И, собственно, этот пример показывает, что вот все эти технологии мы осваивали и осваиваем самостоятельно. Наверное, далеко не все еще освоили. И никаких таких тайн за семью печатями тут нету. И как наша практика показывает, а последние годы мы занимаемся довольно много образовательными проектами, все это может освоить и, в общем, любой мотивированный, заинтересованный школьник или молодой человек, и студент, и, в общем-то, любой вообще интересующийся. Поэтому я какие-то примеры у меня, конечно, будут, может быть, из более сложных таких областей, но в основном я постараюсь приводить примеры из каких-то общедоступных снимков, из общедоступных источников. И, значит, я прошу меня прерывать, если будут вопросы, потому что презентация моя длинная, и там примеров можно приводить бесконечно. Я, видимо, постараюсь какие-то из них пропускать, которые вы сами можете рассмотреть потом на моей презентации, которую я пришлю в PDF. Либо что-то уточнять, прерывать. Я надеюсь, что я чистого говорения займу не больше часа, поэтому, если это будет больше, ну, значит, в какой-то момент прервусь, или вы можете мне задавать вопросы по ходу. Хорошо? Значит, начну я, наверное, вот с чего. Во-первых, что такое вообще геопространственные технологии, наверное, вы все знаете, но так коротко повторившись, что речь идет прежде всего там то, что называется цифровые карты, пространственные данные и геоинформационные системы, или то, что называется ГИС сокращенно. Ну, собственно, космические снимки прежде всего, это изображение Земли из космоса, это понятно, что это не просто фотографии. Но иногда употребляют вот этот такой термин дистанционное зондирование Земли. Здесь имеется в виду, конечно, не только из космоса, но и с аэрофотосъемка, и с каких-то, значит, дронов, небольших летательных аппаратов. Ну и сегодня это все немыслимо без системы геопозиционирования, GPS и ГЛОНАСС. По крайней мере, две системы уже открыто функционируют. На подходе, как я понимаю, европейская и китайская еще. Вот. И все эти системы есть сегодня практически у каждого в смартфоне. То есть тут важнейший момент сегодня в том состоит, что все эти данные, ну, наблюдения Земли из космоса в частности, я бы сказал, что геоинформационные технологии вообще, сегодня... Схема пара. Да? Схема. Простите. Ладно, это не был вопрос. Если есть вопрос, то я прошу ведущего как-то меня перебивать и сразу этот вопрос задавать. Значит, а если вопросов нет, то не включать пока микрофон. Все сегодня с этими технологиями знакомы. У каждого в смартфоне есть, безусловно, и цифровые карты, интегрированные различные веб-сервисы. И тут же прилагается, как правило, и приемник GPS, который позволяет вам на этих цифровых картах свое положение найти. Ну и, как правило, вместе с картами сегодня доступна и такая подложка из космических снимков. То есть обычно космические снимки в общеизвестных источниках типа Яндекс.Карты, Google-карты, они в виде такой подложки, мозаики, которые, в общем-то, не являются на самом деле там совсем полноценными снимками. Эти изображения немножко так загрублены и часто непонятно. Да? Сейчас скажу, как она называется. Концепция производственной лунной базы 2050.
Ничего не могу сказать про лунную базу, честно вам сказать. Занимаюсь в основном Землей. Вот. Про съемку других планет могу только сказать, что достаточно хорошо сняты сегодня Луна и Марс, и у них, благодаря тому, что нет атмосферы, кое-что можно рассмотреть сегодня не хуже, чем на Земле. У Земли есть такая проблема, как облачность и атмосфера. Вот. Но, тем не менее, снято сегодня столько, и столько спутников сегодня снимает нашу планету, что любое место можно рассмотреть, найти безоблачные снимки. И сегодня, что самое важное, доступно еще очень много инструментов обработки этих снимков, в том числе и полностью бесплатных, как онлайн, так и офлайновые системы, те же там, не знаю, QGIS, как наиболее известная онлайновая GIS, но далеко не единственная. И сегодня есть возможности найти нужные вам снимки, скачать их или посмотреть онлайн и обработать соответствующими инструментами. Многое из этого можно сделать бесплатно или почти бесплатно. Ну, что, соответственно, открывает нам целый ряд возможностей для, собственно, экологических проектов, связанных с экологическим мониторингом, с каким воздействием человека на природу, с мониторингом, с наблюдением за этим процессом. Ну и тут появляются важные такие преимущества этих космических снимков. Ну, во-первых, это их наглядность, собственно, визуализация, потому что очевидно, что многие экологические проблемы имеют пространственный характер, и различные заинтересованные стороны, имея в руках карту и снимок, могут говорить предметно о каких-то конкретных проблемах и территориях. Ну, во-вторых, информация с космических снимков, она объективна, это результат таких прямых физических измерений, поэтому ее очень сложно фальсифицировать и подделать. У меня будет несколько примеров на эту тему. Также важно, что снимки – это, как правило, актуальная информация. Можно совершить с ними, конечно, путешествие в прошлое, потому что съемка идет не один десяток лет. Но самое важное, что снимки могут дать вам информацию о том, что происходит в том или ином месте, вот прямо здесь и сейчас. Вот. Ну и важно, что поскольку экологические проблемы часто сегодня, к сожалению, политизируются или как-то скрываются, то, соответственно, для космической съемки это, как правило, не препятствие, там нет закрытых зон, нет слишком больших расстояний. Вот. И, как говорится, нам сверху видно все. Ну, про доступность я уже говорил. Давайте перейдем просто к каким-то примерам, которые, на мой взгляд, могут быть предметом проекта. Да? Ну вот первое – это наглядность. Да? Вот перед вами космический снимок. Цвета здесь условные, сразу скажу. Это изображение синтезировано из многих, не одновременных даже космических снимков со спутника Landsat. Спутников даже, скорее всего, здесь изображение и со спутников Landsat 8, и со спутника Landsat 7. Так, я слышу, кто-то меня что-то спрашивает. Так, я прошу ведущего как-то перевести мне на русский язык то, что там говорится. Слышно очень плохо, к сожалению. Да, я боюсь, я прошу того, кто спрашивает, тогда лучше написать в чат, а микрофон отключить. У вас, видимо, если меня слышно хорошо, значит, проблемы просто на вашей стороне со звуком. Вот. И цвета здесь условные на этой картинке, то есть это не то, как мы бы видели, если бы сами сидели на спутнике. Здесь вообще-то из изображений синтезировано в том числе из двух инфракрасных каналов, которые мы обычно не видим своими глазами, и одного красного видимого канала. Коллеги, выключайте, пожалуйста, микрофон. Шум просто, если вы не хотите ничего сказать. Да? Вот. Ну и здесь там одна из таких обсуждаемых часто экологических проблем, она довольно
хорошо видно. Здесь вот сплошные рубки леса, они фактически рассекают на части один из последних массивов крупных малонарушенных лесов. Этот снимок сделан вот на севере нашей страны. Соответственно, это Архангельская область, междуречье рек Двины и Пиниги. Это довольно известная история, когда, значит, долго большая группа экологических организаций спорила с местными компаниями и властями. Но в настоящий момент найден какой-то приемлемый компромиссный вариант, когда часть массива все-таки, видимо, придется отдать под дальнейшие вырубки, а часть сохранена сегодня в виде регионального заказника. Но на самом деле на этой картинке можно увидеть много каких-то и других проблем. Ну, прекрасно видно, кстати, чем лес, который растет такой светло-зелененький, после рубок восстанавливается, чем он отличается от, собственно, исходного лесного ландшафта. Мы видим совершенно другой, на самом деле, это и породный состав, и структуру мы видим прямо совершенно. Хорошо. И одна из проблем, которая здесь видна достаточно хорошо, это видно, вот сколько вырубается, сколько оставляется, и можно, имея разновременные снимки, измерить скорость этого процесса. Я об этом еще скажу. Ну вот, собственно, если мы немножко уменьшим и посмотрим на север Европейской России в таком в уменьшенном масштабе, то вот эти вот малонарушенные леса на самом деле видны просто вот даже с большого расстояния. Вы их, кстати, и на Яндекс.Картах можете увидеть, хотя там и используется... Да, это Landsat, а на Яндекс.Картах на самом деле тоже использован, в том числе и Landsat при определенном увеличении, только совершенно другой обработкой из других каналов. Вот, ну и на самом деле вот если сверху наложить, именно на основе снимков Landsat были сделаны и постоянно обновляются границы так называемых вот малонарушенных лесных массивов, то есть вот эти вот крупные сохранившиеся участки естественных лесов, их прямо в общем в этом синтезе даже вот на таком увеличении видно, на самом деле хорошо видно, как они отличаются от окружающих лесов, которые в основном представляют из себя либо территории, пройденные рубками уже давно, и сейчас там растут какие-то более молодые леса, либо какую-то фрагментированную территорию, либо какую-то населенную территорию, вообще не лесная. Хотя здесь, конечно, большая часть территории – это леса, ну, частично болото. Вот. Это вообще работа по картографированию вот этих сохранившихся лесов. Она ведется давно целой группой экологических организаций. Ну вот еще в районе 2000 года впервые была опубликована и потом дополнена сперва по России, потом по другим странам. Ну и сегодня вообще ГЭ, большая международная команда, продолжает этот набор данных поддерживать, а также отслеживать то, как меняется ситуация, как и часть этих лесов фрагментируется, или вырубается, или сгорает. Вот, это отдельная интересная проблема. Вот, и, собственно, сегодня эта работа является основой для переговоров с компаниями о сохранении этих лесов. Ну, в разных странах ситуация разная. Вот у нас можно посмотреть, есть такой сайт hcvf.ru, то есть High Conservation Value Forest, или, говоря таким немножко формальным языком, леса высокой природоохранной ценности. Это терминология из системы добровольной лесной сертификации, которая вот сегодня является таким одним из рыночных инструментов воздействия на компании, чтобы как-то с ними договориться о сохранении части этих лесов. Ну и там, собственно, можно не только посмотреть карты, как на Россию, так и на отдельные регионы, так и вообще посмотреть, там есть подложка космических снимков, которые можно подключить в разное время, тех же Ландсатов, тех же Сентинелей, посмотреть конкретно, где что рубится. То есть вот такие инструменты сегодня есть онлайн, такие специализированные порталы, специально заточенные под какие-то лесные вопросы. Ну и, собственно, изучение ситуации, там, не знаю, в вашем регионе, в любом конкретном участке, на самом деле тут огромное поле для
каких-то таких проектов, чтобы посмотреть, как ситуация меняется и как дела обстоят сегодня. Ну, наверное, я еще скажу пару общих слов про то, что все мы понимаем, что на космическом снимке отображается некая физическая реальность, а на картах иногда то, что мы хотим на картах изобразить. Ну и поэтому сравнение карты снимков часто имеет такое значение, как в сравнении двух реальностей, которые, например, вот публичная кадастровая карта Росреестра, она сегодня тоже всем доступна. Вот, если мы сравним то, что изображено на карте, и то, что изображено на том же самом снимке, мы увидим, что есть реальность физическая, где мы видим, что вот на сельскохозяйственном участке растет лес уже давно, в течение нескольких лет, а территория числится землями сельскохозяйственного назначения. Да? Поэтому это порождает целый ряд серьезных коллизий. И есть, в общем, еще один возможный, кстати, вот и были такие проекты, и вполне интересно их делать. Вообще говоря, какая часть сегодня сельхозземель, в этой черноземной зоне России, например, прежде всего, у нас сегодня зарастает лесом или кустарником, лесной такой растительностью. Потому что зарастает, она зарастает, но числится по-прежнему землями сельскохозяйственного назначения, и собственников часто за вот эти кусты и деревья просто штрафуют. Хотя, возможно, что вот там в данном конкретном случае сложно сказать, но во многих случаях иногда просто невыгодно уже сельскохозяйственное использование этих земель, и непонятно, зачем, собственно, этот лес вырубать, или часто их могут просто сжечь, потому что на бумаге он не существует, вот, что бы его и не спалить, если сайт штрафует за его наличие. Вот. А между тем можно было бы вполне этот лес как-то использовать, в том числе и для каких-то древесин какую-то оттуда получать, вместо того, чтобы выращивать то, что в данный момент экономически невыгодно, да, в нечерноземной зоне выращивать какие-нибудь зерновые на данном участке может быть просто неинтересно. Вот. Поэтому такой вот объективный взгляд на вещи, он нам позволяет вообще сделать какие-то далеко идущие выводы. Ну вот еще один пример приведу, вот фрагмент карта из Атласа лесов СССР еще 70-х годов. Надо сказать, что с тех пор в 90-м году, по-моему, последний раз те же самые карты были немножко обновлены и выпущены как карта лесов СССР. С тех пор карты лесов России, официально выпущенных, мне неизвестны, моим коллегам тоже. То есть они не публиковались. Вот. Ну и даже если старые вот эти карты сравнивать с космическими снимками того времени, а у нас есть космические снимки из 70-е годы, то есть уже такая история космической съемки насчитывает не одно десятилетие, вот, то можно увидеть, что даже тогда реальность несколько искажалась на этих картах, по крайней мере, они отражают какую-то иную реальность. Ну вот поясню, что фиолетовым цветом на правой карте традиционно изображают еловые леса, а оранжевым сосновые. То есть, ну и чем темнее цвет, тем как бы старше этот лес. То есть вот если верить карте, то это южная часть Республики Коми на границе с Кировской областью, то значит, здесь достаточно много уже значит, старых, или, как говорят леспромышленники, спелых, то есть те, которые уже можно рубить, хвойных лесов, которые, собственно, в основном употребляются нашей лесной промышленностью. Вот. Если же посмотреть на космический снимок, ну, тут мы его постарались, результаты его обработки, покрасить. Это карта, построенная по космическому снимку, классификация его. Мы постарались покрасить его теми же более-менее цветами, которыми покрашен на карте. То есть это фиолетовое, это старые хвойные леса, здесь в основном они темнохвойные, сосны тут на самом деле не очень много. Вот. А светло-голубые или светло-зеленые – это такие молодые березовые или осиновые леса, ну или смешанные, в основном после вырубок. И мы видим, что там, где нам показывают значит, крупные массивы существующие вот этих
хвойных лесов еловых, вроде бы примерно контура похожи, да, вот, но на самом деле их на карте показано гораздо больше, чем их существует в реальности. Вот, и то, что сегодня, значит, из космоса выглядит все-таки в основном хвойными лесами, там числится как старые осиновые леса, вот, ну, просто под пологом осины, это гари еще начала 20 века, как правило, а под ними уже выросла такая елка, которая постепенно вытесняет эти осины, и, в общем-то, это лес сегодня такой в основном осиново-еловый и пихтовый, вот, очень, надо сказать, интересный. Вот, сам, кстати, частично тоже он сегодня взят под охрану. Здесь создан вот в этом самом крупном куске, создан национальный парк в конце прошлого года буквально. Вот. Ну и вот единственная карта, которая мне известна, которая лесов России, которая была опубликована, она опубликована, надо сказать, в основном не официальными органами Рослесхоза, а, собственно, рядом ученых и экологических организаций на основе космических снимков. Ну, вот она, конечно, не такая, может быть, подробная, как можно было бы сделать, привлекая большие государственные средства к этому, да, но она показывает совершенно другую картину, чем нам рисуется из официальных цифр. Мы видим, что вот здесь цвета такие же примерно, какие приняты на лесхозяйственных картах, то есть темно-фиолетовые – это елка и пихта, оранжевая в основном в европейской части – это сосна, коричневая – это лиственница. Мы видим, что в Сибири у нас огромное количество лиственниц. Это вообще самое распространенное дерево России, если считать по количеству. И вот это вот голубой такой пояс, занимающий среднюю часть, надо сказать, наиболее продуктивную часть лесной зоны России – это в основном лиственные или смешанные хвойно-лиственные леса в значительной мере по предыдущим вырубкам. И мы видим, ну, это немножко генерализованная тоже картина, нельзя сказать, что здесь не встречается каких-то участков хвойных лесов. Вот, мы видим, что такая самая продуктивная часть лесной зоны у нас занята не теми породами, которые представляют с точки зрения нашей лесной промышленности самую большую ценность. Да? Поэтому лесная промышленность наша в основном перемещается вот туда, где еще остались эти хвойные леса, а мы видим, где они остались. Это Карелия, вот северо-запад, а это север европейской части, самый, причем север, там уже малопродуктивные леса в основном. Ну и центральный, и в основном северный, север центральной Сибири, ну и отчасти Дальний Восток. Ну и, соответственно, там залезают все дальше, вывозить все тяжелее, все экономически менее выгоднее. В Сибири это еще и конкуренция с пожарами, кто больше, значит, быстрее срубит или сгорит этот лес. А те территории, где можно было бы наладить такое интенсивное хозяйство и получать достаточное количество древесины, оно, как мы видим, не слишком хорошо за ним ухаживают, это просто результат того, что хозяйство имеет экстенсивный характер, а не интенсивный. Ну, это на самом деле можно посмотреть и другими способами. Ну, вот на самом деле тут можно для любого региона сделать более подробную карту, опираясь на сегодня доступные снимки, и посмотреть, какие вообще, попытаться связать это с возрастом, с запасом древесины, и посмотреть, какие можно сделать прогнозы о развитии лесного сектора, ну, например, в вашем регионе или районе, или в окрестностях какого-то города. Вот. Ну, соответственно, есть работы, которые пытаются оценить это глобально, и надо сказать, что до космической эры, ну, естественно, выпускались какие-то мировые карты лесов, но они, прямо скажем, были очень приблизительные и не слишком объективные, потому что даже определение, что такое лес, в разных странах по-разному. И только имея на руках космические снимки, можно как-то вот это сделать более-менее сравнимым, сравнимыми методами и получить картину, которая, ну, примерно одинакова для разных частей света. На самом деле это достаточно детальная карта, сделанная по снимкам Landsat, соответственно, можно, я дам потом ссылки на портале, ее посмотреть.
Вот. Больше того, проанализировав снимки Landsat за последние, по крайней мере, 20 лет, они доступны примерно уже лет за 35, вот, можно посмотреть, сколько лесов теряется. Вот это вот красным – это территория потерянного лесного покрова, ну, не всегда потерянного постоянно, часто потерянного временно. Вот, и кое-где лес, естественно, восстанавливается, а иногда целенаправленно выращивается. Где-то восстанавливаются самостоятельно, а некоторые ситуации у нас таковы, что особенно в тропиках, что лес исчезает практически навсегда, заменяясь другими угодьями. Вообще говоря, вот исследование этой истории, если мы пойдем вот на соответствующий сайт, это те же самые данные, просто положенные на карты Google, такие светленькие для большей наглядности, можно просто посмотреть ряд региональных проблем. Про каждую из них можно сделать интересный исследовательский проект о движущих силах изменения лесов, о состоянии лесов, о какой-то той или иной модели хозяйства или воздействия человека, прогнозирования ситуации. Ну вот я приведу только там три примера из разных частей света. Ну, например, если мы посмотрим наш северо-запад и граничащие районы Финляндии, например, да, просто если мы увеличим на той же самой карте этот участок, мы увидим сразу имеющиеся различия в системе лесного хозяйства, да, это и размер вырубок, это и характер использования, то есть мы видим, у нас с одной стороны есть совершенно нетронутые территории, тут, кстати, национальный парк был создан в итоге, вот, с другой стороны видим территории, где вырубки занимают очень значительную часть площади, вот, а иногда даже сгорает какой-то кусок. И в Финляндии мы видим совершенно другую, это так называемую скандинавскую модель лесного хозяйства, когда происходит выращивание древесины на интенсивный постоянный уход за этим лесом, ну и заготовки древесины постоянные на небольших площадях, но довольно много. Эта модель тоже имеет, кстати, свои издержки. Если вы спросите там финских зеленых, они вам много расскажут об ихних проблемах с ихними лесами, но, тем не менее, если говорить о чисто экономической стороне, то очевидно, что в итоге, если мне не изменяет память, то маленькая Финляндия заготавливает примерно порядка 80 миллионов кубометров древесины в год, а большая Россия что-то типа 250 на сегодняшний день. По-моему, в лучшие советские годы было до 300. И при этом во многих регионах лесные ресурсы сегодня скорее истощены, в то время как в Финляндии наоборот, постоянно выращиваются. Вот просто сравнительная история. Ну, с точки зрения экологии, экологических проектов и сохранения живой природы, обе модели имеют свои плюсы и минусы, свои издержки. Вот. Ну, это тема отдельного большого разговора. Ну, вот если сравнивать, как это выглядит, ну, вот, например, в Карелии у нас, да, мы видим более крупные такие обезлесенные, ну, временно, но, видимо, на более долгий срок территории, и очень часто никакой специальной посадки здесь не производится. А если производится посадка, то ухаживают так, что все равно сначала вырастает береза, и только потом, через еще лет 20-30, начинает под ней расти елка или сосна. А типичная рубка в Южной Финляндии, ну, тоже, знаете, проблемы, но, видите, там оставляют какой-то подрост, сейчас оставляют отдельные старые деревья, и самое главное, что размер рубки обычно небольшой, это 3-5 гектаров обычно, а у нас до 50. Вот, если мы посмотрим там, кстати, если мы перенесемся и посмотрим ситуацию где-нибудь в Канаде, да, там будет скорее похоже на нашу ситуацию, чем на финскую или шведскую. Вот. Можно вообще посмотреть для любой практически территории, используя вот эту вот, ну, вот ссылочку на тот портал, который я вам уже показывал. Это просто ссылка на конкретный участок в этом портале. Да. Вот ту картинку, которую я вам уже показывал, можно посмотреть, как это было в 2018 или сейчас в 2019 году.
Вот, и как это было, например, в году 2000, да, мы можем посмотреть динамику, мы можем оценить площадь, мы можем оценить скорость и сравнить скорость вот этой заготовки с имеющимся в наличии лесными ресурсами. То есть тут целый ряд интересных вопросов регионального развития или и затрагивающие экологические и экономические аспекты этого дела, можно изучить, вот просто имея на руках сегодня космические снимки, а вот иногда просто имея их уже обработанными онлайн, или можно там на интересующий участок скачать соответствующие снимки, обработать их самостоятельно, что-то обвести, что-то нарисовать. Ну, приведу еще, пожалуй, там примеры из тропиков. Для снимков у нас нет как бы слишком далеких расстояний, сидя в одной части планеты. Можно изучать ситуацию там в Амазонии или в Африке, или в Юго-Восточной Азии, и везде мы увидим разную ситуацию, разные причины изменения лесного покрова. Да? Ну, в данном случае мы говорим о потере лесного покрова, но и его восстановление тоже происходит по-разному в разных местах. Ну вот, например, как бы вот если мы посмотрим на снимки, ну вот в данном случае из Африки, такое подсечно-огневое земледелие, когда мы видим, что вот вырубки леса происходят, они как бы по границе населенной территории в основном, да, самые интенсивные. И вот эти вырубки, они все дальше и дальше от дорог, от населенных пунктов углубляются в это лесные массивы. Немножко похоже на то, как это происходит у нас на севере. Но движущая сила здесь совершенно другая. Ну вот это фотография с Мадагаскара, где ситуация примерно в среднем такая же, как в Центральной Африке. Ну, это вот такое типично подсечно-огневое земледелие, которое мы с вами для нашей страны знаем только из учебников истории. Древние славяне там этим занимались. Всего в некоторых странах Африки это сегодня вполне актуальная практика прямо вот сегодня, когда вырубается кусок леса, там что-то выжигается, часто эти остатки, туда что-то сажается, какие-нибудь ботаты или что-нибудь еще. Вот. Ну и когда одна территория забрасывается, значит, вырубается следующая. А на тропических почвах она обычно довольно быстро плодородие теряется, буквально там 2-3-5 лет, надо вырубать соседний участок. Вот. И, как правило, вот вся эта долина, например, которую вы видите, она освоена практически одной семьей крупной, да, постепенно продвигается все дальше и дальше от наиболее плодородных земель в долине, все выше и выше, вот в холмы, в горы, вырубая остатки этих лесов. Ну и часто это приводит к тому, что со временем образуется полностью безлесный ландшафт. И как вы видите здесь, когда исчезает лес совсем, то в качестве сельского хозяйства, для сельского хозяйства может использоваться далеко не все земли. Все эти вот такие, ну, я бы не сказал горы, скорее холмы, были когда-то, скорее всего, покрыты лесом. Сегодня там тоже ничего выращивать невозможно, а часто и скот упасать невозможно. И все, что мы видим здесь засаженное, это территории только в долинках, вдоль водотоков, когда вода приносит какой-то, ну, хотя бы, собственно, воду, места довольно жаркие, и там сохраняются какие-то питательные вещества, вот выращивают на таких террасках, выращивают рис. Ну и, собственно, все. А территории часто могут вот, захватываться такими травами многолетними, оставаться безлесными многие годы. И на самом деле вот в таком ландшафте, в общем, никакого сельского хозяйства вести невозможно. И даже коровы эту траву едят с большой неохотой, только если ее периодически выжигать, там вырастает молодая травка, ее коровы еще могут есть. Если это периодически выжигать, то уж тут точно ничего не вырастет. Вот, и захватывается вот либо травами, либо папоротниками, образуется такая степь. Ну и часто это территории непригодны не только для леса, но и для сельского хозяйства нормального. Вот. Ну, понятно, что основной драйвер этого – это бедность. То есть
тот случай, когда интенсивное сельское хозяйство было бы лучше, просто потому что с той же территории можно было получать хоть какие-то урожаи, а так это такая примитивная посечная огневое земледелие. Но бывает, что индустриальное сельское хозяйство дает не лучший эффект, если мы вот обратимся к ситуации в Амазонии, которая вроде бы у всех на слуху, то мы увидим вот какие-то вот такие картинки. Ну, на, собственно, космических снимках Landsat это выглядит примерно вот так. Вот эта вот ситуация, изменившаяся за 19 лет, с 2000 по 2019 год. Мы видим, что тоже расчищаются территории под сельское хозяйство. Ну, в данном случае это чаще всего животноводство, либо посевы сои, вполне себе такие промышленные. То есть это не совсем нищие люди, которым там нечего есть, а расчищаются для промышленного производства, либо сою сажают, либо выращивают очень часто скот на этой территории. И соя тоже, кстати, идет на корм скоту. И вообще Южная Америка, ну, не столько Бразилия, сколько Аргентина, Парагвай, сегодня является одним из основных поставщиков мяса, говядины, в частности, на мировой рынок, и даже в Россию импортируют сегодня мясо оттуда. Вот. Это такой вот основной драйвер разрушения лесов там. Это можно тоже изучать по космическим снимкам, сравнивать с теми данными, которые публикуются, смотреть, как это выглядит. Вот. Там тоже довольно такая печальная история. Ну, в Юго-Восточной Азии там, как правило, другая напасть. Так, я вот получилось так, что я немножко повторился. Пардон, это я уже показывал эти картинки. Вот, а в Юго-Восточной Азии картинка немножко другая. Вот, там тоже, к сожалению, тропические леса страдают, но в основном это промышленные плантации. То есть там часто очень даже лесной покров как таковой, древесный, точнее говоря, покров, не теряется. То есть мы видим, что какая-то площадка расчищена, вот эти фиолетовые участки, а потом она зарастает вроде бы тоже лесом, да, таким светло-зелененьким, но к тропическому лесу это уже не имеет прямого отношения. Вот, это уже плантации, либо в данном случае вот масличные пальмы, а в данном случае еще и болота осушаются. Вот, а когда осушают торфяники в тропиках, то начинается примерно то же, что и у нас, когда осушают торфяники, они начинают гореть. А там слой торфа, если у нас в лучшем случае 2-3 метра, то там может быть и 20 метров этот торфяник. И так же, как Москва в 2010 году, так же Сингапур начинает задыхаться в этом дыму. Вот. Сейчас вроде бы приняли некоторые меры к этому, по крайней мере, чтобы не горело. Но, вообще говоря, проблема эта существенная. Ну, выглядит это примерно так. Это могут расчищаться под масличную пальму. И это считается сельским хозяйством, когда она образует какой-то древесный полог. Но лесом это назвать, конечно, никоим образом невозможно. Вот. Ну, надо сказать, что вот это вполне себе промышленное производство, так называемого вот этого пальмового масла, которое в том числе и в Россию импортируется из этой самой Индонезии в значительном количестве и используется в пищевой промышленности у нас и по всему миру. Вот. Так что здесь как бы драйвер вот этих изменений в лесном покрове, он совершенно другой. Вот, это может там может выращиваться и гивея, каучуконос, то есть вот это то, что называется rubber tree по-английски, резиновое дерево, вот, которое вот так же примерно, как у нас собирают смолу с сосен для химического производства, там собирают, значит, с гивея, этот гивейный сок, получает из него каучук и резину, и надо сказать, что по-прежнему естественный каучук, хотя все мы знаем, что резину можно получать искусственно, с помощью искусственного каучука, с помощью химического синтеза из нефтепродуктов. Тем не менее, большинство сегодня шин автомобильных покрышек вот этой резины, оно производится из
вот этого естественного каучука. Основными покупателями являются крупнейшие автомобильные концерны и крупнейшие производители шин и резины на сегодняшний день. Вот. Ну и могут выращиваться просто какие-то эвкалипты, чисто на древесину. Вот. Вот ситуация в тропиках совершенно другая. Ну, у нас в Сибири другая проблема, тоже это можно прекрасно видеть и изучать по космическим снимкам. Гораздо больше, чем вырубки, сибирским лесам угрожают лесные пожары. Ну вот можно прямо в режиме близком к реальному времени сегодня наблюдать за лесными пожарами с помощью тех же космических снимков, оснащенных в том числе и термальными вот этими инфракрасными камерами. Ну вот в данном случае мы видим на снимок в оптическом диапазоне сверху наложены вот эти красные точки. И мы видим, что именно из них поднимается вот этот дым от пожаров. И съемку проводится несколько раз в день, и можно наблюдать, как это происходит прямо здесь и сейчас. Ну, я сюда вставил в качестве иллюстрации снимки еще старые, 2018 года, но если вы зайдете на соответствующие сайты, то можно увидеть, как горит это прямо сегодня. Сейчас та же самая Якутия, правда, немножко в другом месте, горит крайне интенсивно. Вот прямо сейчас, когда мы здесь с вами сидим. Вот. Ну, по снимкам Landsat, по более детальным, можно, как правило, можно увидеть, конечно, и пожар, но они снимают не так часто, но зато можно увидеть последствия, померить площади, посмотреть. И это вот отдельная проблема такая, которую можно изучать с помощью этих снимков. Сколько сгорело, когда сгорело, какой это будет иметь эффект в общем на ландшафт. Если мы посмотрим вот этот вот такой композитный тоже снимок из различных снимков Landsat за 2019 год на Восточную Сибирь, здесь примерно север Иркутской области, юг Якутии, ну, частично Ивенкия, Красноярский край. Мы видим прямо, что это мозаика гарей. Ну, отчасти это естественные гари, считается. Ну, у нас считается, что до 30% гари может происходить от сухих гроз. По Северной Америке считают, что до 70% наоборот. И только 30% по вине человека. Но, честно говоря, я несколько сомневаюсь в этих цифрах. Это можно тоже отдельно попробовать провести работу, посмотреть источники, насколько связаны источники этих возгораний. А можно для каждой вот такой гари найти источник, откуда она началась по космическим снимкам, посмотреть, связан ли он с какой-то инфраструктурой антропогенной. Но у нас считается, что до 70% это, тем не менее, по вине человека. И очень часто они действительно просто наблюдали мы по отдельным снимкам, когда они пространственно были связаны с, либо с вырубками, либо с местами нефти и газодобычи, либо с реками, видимо, с какими-то рыбаками, которые туда заплывают, заезжают. Ну, какие-то, да, видимо, связаны с сухими грозами, когда возникают непонятно где. Но сегодня, на самом деле, практически даже самые удаленные территории, доступные для охотников и для геологоразведки, все эти люди не всегда ведут себя там ответственно. Поэтому не всегда и можно сказать, что было конкретной причиной. Вот. Но самое главное, что оценка того, как вот эта динамика происходит, тоже по космическим снимкам можно сделать. Но вот один из примеров такого анализа я попробую вот сослаться. Можете, в принципе, скачать этот постер и посмотреть. И эти наборы данных можно посмотреть. То есть если бы леса горели так, как они горят вот за те последние 20 лет, то имеются данные по космическим снимкам, вот, то, соответственно, с какой бы частотой происходили пожары, да, на этой территории. Вот мы видим, что на некоторых, в некоторых районах Якутии, Центральной Сибири, Северной Америки, Аляски, Канады частота прогорания такова, что она составляет там 20, 25 лет, 50 лет, от 50 до 75 лет. То есть явно выше, чем возраст тех деревьев,
которые там растут. То есть очевидно, что это особенность сегодняшнего дня. Если бы эти леса горели с такой частотой всегда, то деревья такого возраста просто бы не образовывался бы постоянный лесной покров. Они бы сгорали раньше, чем доживали бы до такого возраста, которого мы наблюдаем сегодня все-таки в естественных лесах. То есть очевидно, что увеличение этой частоты пожаров – это антропогенная история, и она будет, по всей видимости, только усугубляться по мере того, как будет меняться климат и таять вечная мерзлота в этих ситуациях. Ну и, собственно, человеческая деятельность, она может только усугублять эту ситуацию или при каком-то разумном подходе к управлению пожарами, попытке их тушить, хотя бы часть из них, мы можем эту частоту снизить и обеспечить какой-то лесной покров более устойчивый. Это вообще уже вот выходит на серьезные глобальные проблемы. И можно тоже попытаться вот такой анализ провести на основе имеющихся данных на любую практически выбранную территорию, ну, в основном в реальных лесах. В тропических лесах естественных пожаров не бывает вообще. Там практически все пожары связаны так или иначе с деятельностью человека. По крайней мере, во влажных тропических лесах это всегда искусственное выжигание под сельское хозяйство, которое, к сожалению, тоже можно наблюдать. Вот. Ну вот приведу только один пример проекта такого, который реализовывали коллеги из Greenpeace, привлекая, в общем, большое количество добровольцев. Просто вот, например, этой весной они закартографировали по России все не только лесные, но в основном травяные пожары, весенние вот эти палы, когда поджигают сухую траву. Просматривали добровольцы все новые появляющиеся космические снимки и обводили вот эти вот сгоревшие участки, которые на свежих снимках достаточно хорошо видны, могут потом, естественно, зарастать травой очень быстро, но их можно увидеть и посмотреть. И, в общем, масштабы этого явления у нас впечатляют. К сожалению, от этих эти пожары далеко не безобидны, от них часто начинаются лесные пожары, торфяные пожары. Каждый год обязательно сгорают дома, иногда целые деревни. Гибнут люди практически ежегодно, это приводит к смертельным случаям. Вот. Вообще говоря, очень серьезная проблема, которая в основном связана, ну, чаще всего с отсутствием надзора и с какими-то культурными установками, часто не имеющими никакого отношения к практической хозяйственной деятельности. Например, там, в европейской части России никакого смысла сжечь траву для реального сельскохозяйственного производства не имеет. Ну, там в Сибири спорят об этом, но, по всей видимости, есть и другие методы, которые могли бы сегодня быть более безопасны. А пока мы видим вот такую картину, и, собственно, привнести свой вклад в эту копилку тоже все из нас могут. Вот. Я быстренько пробегусь еще по каким-то примерам применения снимков. Время мое подходит к концу. Вот. Ну, примеров может быть множество. Вот, например, один из вариантов, ну, правда, мы использовали более детальные снимки, которые были доступны не бесплатно, это коммерческие снимки для мониторинга, например, за нелегальным рыболовством на Дальнем Востоке, на Сахалине и на Камчатке. Вот эти вот ставные невода, которыми ловят лосося, когда он идет на нерест, они стоят по несколько недель, и на самом деле они прекрасно видны на космических снимках. И те нарушения, которые при их постановке часто допускались, а это и увеличение длины, и выход за пределы своего участка, которые даны в аренду тем или иным рыбохозяйственным компаниям, или даже перекрытие устья нерестовых рек, вот, они все фиксируются по космическим снимкам. Сегодня это работу продолжают коллеги, например, на Сахалине, я знаю, в том числе по снимкам бесплатным, потому что сегодня и вот эти восьмые Ландсата, их панхроматические каналы, и Сентинели-2, они имеют достаточное разрешение и достаточное качество съемки, чтобы видеть, может быть, не так отчетливо, но видеть вот эти ставные невода.
Казалось бы, там всего лишь, значит, сетка натянута на канат, совсем маленький, узкий, но тем не менее вот волны меняются таким образом вдоль этого ставного невода, что мы видим их на космических снимках, хотя отдельный пиксель там может быть там несколько метров или даже 10-15 метров, как у Сентинели и Ландсата. Вот, тем не менее, эти невода видны, их можно найти и посмотреть. Вот, значит, ну вот еще один пример. Опять же, значит, был проект, который вели мои коллеги из компании LORET уже вот 2 года. Раньше в компании Сконнексов проводили, и вот в том числе непосредственно со школьниками проводили этот проект. Не знаю, как сможем ли на следующий год, когда по радарным снимкам смотрели состояние ледового покрова, а по снимкам высокого разрешения находили места размножения вот этих тюленей, которые на льду Белого моря рожают вот этих прекрасных маленьких белых бельков, но которые некоторое время должны на этом льду находиться. Если они попадут в воду, в первые 2 недели своей жизни они, скорее всего, погибнут. И поэтому суда с помощью ледоколов проводки осуществляются в том числе в марте из Архангельского порта. Вот, могут эти ледовые поля разрушить и какое-то количество этих, значит, тюленей убить, поэтому их желательно пускать в обход этих известных мест, а для этого надо находить либо с помощью самолетов, либо по аэрофотосъемке, находить места этих залежек и по космическим снимкам отслеживать движение этих льдов. Радарные снимки сегодня, вот эти Sentinel-1, они бесплатные, и по ним можно видеть, несмотря на облачность, облачность прозрачна у нас для радиоволн, мы можем видеть, как, собственно, перемещаются эти ледовые поля и куда эти места с этими залежками тюленей унесет в следующий момент. И была такая даже практика сообщать эту информацию, значит, в капитану Архангельского порта. Возможно, этот проект будет продолжен, тут тоже есть большой такой потенциал вот для совместной работы всех заинтересованных. Ну, по радарным снимкам, раз уж мы за них заговорили, можно видеть не только лед, но и, например, разливы нефтепродуктов на воде. Ну, вот это вот пример, кстати, тоже проект был сделан школьниками во время смены в лагере в Сириусе, если не ошибаюсь, это было. Вот, ну вот, разлив судна, когда плывет судно и, ну, как правило, либо сливает какие-то остатки, не то чтобы прямо нефть, а масло какое-нибудь, промывают какие-нибудь балластные воды и сливают это за борт. И остается такая полосочка, которая вслед за судном размывается течением потом. Ну, в данном случае это был аварийный разлив, очень существенный. Вот, ну, тоже, видимо, связанный с судном, скорее всего. Вот, его потом принесло на берег, счищали эту там нефть с пляжа. В 2016 году это было в ноябре. В общем, история некрасивая, и, к сожалению, вот эти возможности сегодня используются недостаточно. То есть постоянно ведущегося мониторинга я примеров сейчас не знаю. Хотя это вот все инструменты вполне, вообще говоря, доступны. Вот, ну, примерно так вот это выглядит. Здесь немножко такой лучше подобранный снимок, более контрастный, когда мы видим судно, за ним след, и поверхность воды, вот это разлившееся масло за счет сил поверхностного натяжения меняется так, что можно наблюдать остающийся за судном след. Вот, ну, точно так же, как на воде, с помощью, правда, других снимков, тех же Ландсатов и Сентинелей, можно видеть разливы нефти на суше. Причем, если их попытаться скрыть, то сегодня спутники, они как черный ящик в самолете все записывают. Можно посмотреть, как это было на момент разлива, вот, как это было потом, как это было несколько лет назад, как меняется ситуация. Вот. Ну вот, например, на снимках Ландсат, вот примеры разливов это на одном из месторождений Западной Сибири. Ну вот, карту мы в свое время делали по Самотлорскому месторождению и по некоторым другим. Там тогда много было довольно этой грязи.
была у них программа уборки, частично они это убрали, я надеюсь. Но некоторые последствия невозможно довольно долго, надо сказать, ликвидировать, потому что удалить порку нефти можно, но меняется растительность, потому что на вот этих нефтепромыслах там проливается не только нефть, но и вот эта, собственно, соленая вода, которую выкачивают вместе с нефтью, там и скважин в основном выкачивают такой вот эту вот нефть вместе с соленой водой. И часто это процентов 70-80 этой воды, которую надо закачивать обратно. Но пока ее вместе с нефтью перекачивают по внутрипромысловым трубопроводам, эти трубопроводы корродируют из-за соленой воды, прорываются, она вытекает. И даже если нефть удалось убрать, то сама соленая вода существенно меняет растительность в этом месте. Происходит такая эвтрофикация. Вместо там растительности верховых болот вырастает какой-нибудь рогоз, осока здоровенная. Вот эти места много лет потом прекрасно видно на космических снимках по изменившейся растительности. Вот, ну вот последний пример, это нефтяное, значит, дистопливо пролили в Норильске, ну и Роскосмос, вообще говоря, вполне оперативно опубликовал тоже эти данные, по которым видно, что загрязнение ушло, конечно, за боновые заграждения, которые пытались там поставить, вот, но то же самое можно посмотреть и по космическим снимкам, по сентинелям, по тем же самым. И Greenpeace это тоже оперативно, кстати, выложил. Может быть, вы читали эти публикации о том, как Greenpeace вместе с корреспондентами «Новой газеты» туда ездил, пытался вывести эти пробы, там почти детективная история. Ну, в основе всего этого, да, тем не менее, лежит тоже информация, полученная с космических снимков, так или иначе. Извините, а тут спрашивает Дмитрий Кузнецов, а Greenpeace — это частная компания или государственная организация? Greenpeace — это вообще не коммерческая организация, это не компания. И они к государству не имеют никакого отношения. Вот. Ну вот я вам просто показал, что с одной стороны государственная компания Роскосмос это сделала, то есть вот из независимого источника. И собственно, с помощью снимков Европейского космического агентства это сделала некоммерческая организация Greenpeace. Вот они сделали это независимо, и там следы видны, тем не менее. То есть это можно отслеживать, но там, конечно, сложнее, потому что речки маленькие, на радарных снимках не очень видно там на воде, а оптические снимки видны только тогда, когда там нет облачности. Но вот в тот момент они поймали, а дальнейшее развитие, сколько там утекло в это озеро Пысино, до сих пор точно непонятно. Вот, явно, что утекло достаточно. Вот, ну, вот эта самая история более старая про то, как значит, китайские товарищи пытались скрыть от индийских товарищей строительство значит, ГЭС на реке Брахмапутра, которая течет, собственно, из Тибета, с территории Китая, а протекает по территории Индии и Бангладеш, и там в буквальном смысле сотни миллионов людей зависят от воды этой реки просто для своего выживания, чтобы было что поесть. Вот. Ну и долгое время это скрывали до тех пор, пока не были опубликованы вот эти космические снимки начала строительства. Только после этого китайское правительство открыто признало о том, что есть такие планы строить, и это открыло какой-то переговорный процесс. Вот. Мы в свое время по тем же водным проблемам раскапывали историю, когда уже российско-китайскую, когда тоже речь идет о водных ресурсах. Река Аргунь, один из притоков Амура основных, она питается в том числе с китайской территории, и в какой-то момент вот китайцы стали строить канал из реки Хайлар в озеро Далай. То есть часть воды, которая, вообще-то говоря, что называется, общая, трансграничная, решили отвести себе. Но наша, к сожалению, дипломатия не слишком оперативно на это отреагировала. Хотя вот по снимкам мы тогда все отследили, как этот канал был построен, как вот он начал наполняться. Вот прямо по тем же ландсатам это прекрасно тоже видно. И часть стока они сегодня забирают,
о чем договорились на официальном уровне, я, правда, сейчас не знаю. Там все эти данные мы пересылали в соответствующую комиссию, они пытались этот вопрос поднимать, но чем дело кончилось, пока не знаю. Насколько я знаю, с Китаем у нас так и нет трансграничного соглашения об использовании водных ресурсов. Ну, например, такого, как есть там у Индии с Пакистаном, или выйти из Китая, они ведут переговоры тоже на эту тему. Вот. Ну, может быть, потому что у нас водных ресурсов пока достаточно. Вот. Ну, можно заглянуть с помощью космических снимков и в другие закрытые территории. Там вот та же история про плантации, которую я уже упоминал. Вот. Хозяева этих плантаций далеко не всегда, вообще говоря, стремятся к открытости. Вот, и тоже можно, значит, попытаться, если нам интересно, вычислить, сколько же они там выращивают. Ну вот в данном случае речь шла о плантации эвкалиптов и акаций, которые выращивали просто на древесину, и компания клятвенно клялась, что больше лесов рубить они не будут, им хватит той древесины на целлюлозу, которую они здесь соберут. Ну вот ряд организаций экологических решил это проверить, и по космическим снимкам просто оценили возраст. То есть вот когда это эвкалипты вырубают, тут же сажают новые, сколько-то лет они растут. Вот, и можно посмотреть, сколько лет растут, когда их последний раз срубили, и определить возраст каждого участка. Ну, например, вот видите, вот этот участок розовый был одномоментно срублен. Потом, значит, мы продвигаемся до момента, когда он последний раз, значит, там росли деревья, ну и посмотрим, какого возраста эти эвкалипты, да, срубают. Если мы попробуем, вот в 2019 году их последний раз срубили, до этого здесь был вот такой лесной покров из эвкалиптов, вот, ну и если мы немножко пролистаем обратно, мы долистаемся до предыдущей вырубки, которая была в 2015 году, и поймем, что вот этим эвкалиптам, которые мы видим вот на этой картинке, которую я уже показывал, им всего 3-4 года. То есть вот за 3-4 года вырастает примерно вот такой эвкалиптовый лес, ну, который лесом назвать, к сожалению, нельзя, он совершенно мертвый, там кроме эвкалипта практически ничего не растет и не живет. Вот, и вот тут же срубают, сажают заново. Это такие, как сельскохозяйственные культуры такие. Вот. Ну и можно рассчитать, зная то, сколько времени это занимает и какую площадь, когда срубили, можно рассчитать примерный объем, который они могут получить заготовки с этой плантации и, собственно, прикинуть, правду ли они говорят, что этой древесины им хватит для их новых целлюлозно-бумажных комбинатов. Ну, то есть тут есть вообще много интересных историй, которые можно с этой точки зрения раскопать. Я позволю себе на этом остановиться, потому что можно рассказывать до бесконечности. У меня там есть еще пара историй, не менее интересных, но которые тоже могут быть предметом какого-то изучения и проекта исследовательского. Вот, можно, используя в основном открытые космические снимки, изучать, что происходит на нашей с вами планете, в самых разных ее уголках, посмотреть, что происходило последние 10, 20 и даже 30, 40 лет, вот, и попробовать предсказать, что нас ждет в будущем. Собственно, вот самые разные аспекты этого дела, и про лесное хозяйство, и вот про которое я говорил больше всего, и про водные ресурсы, и про добычу полезных ископаемых, о чем я упомянул очень вскользь. Но это все, как правило, тоже прекрасно видно. Вот. Можно попробовать изучать с помощью космических снимков. Я на этом остановлюсь и готов поотвечать на ваши вопросы, попоказывать еще какие-то картинки, если вы этого захотите. А то получается немножко однообразно. Хорошо, есть ли у кого-нибудь вопросы? Давайте посмотрим, что. Ну, возможен ли поиск затонувших кораблей? Вот как я вижу, был такой вопрос. В основном нет.
Значит, с затонувшими кораблями проблема такая, что они под водой находятся. А то, что находится под водой, видно на космических снимках только до определенной небольшой глубины. Может быть, вам коллеги мои в прошлый раз показывали, как видны, например, цветущие водоросли в воде, да? Или там лед на поверхности воды, или какой-нибудь пластик на поверхности воды можно увидеть. Можно увидеть вот этот фито- или зоопланктон. Вот. Можно увидеть, ну, в принципе, дно на мелководье, можно увидеть, какие места глубокие, какие нет, но только до той глубины, до которой проникает солнечный свет. То есть мелкие места будут выглядеть по-другому, чем крупные. Плавающие в воде водоросли, они будут давать соответствующий другой оттенок на космических снимках. Вот, но только до определенной глубины. Что находится на дне, глубже там каких-нибудь метров 10 или даже меньше, не видно из космоса совершенно, так же, как из самолета и вообще с поверхности воды. Как вы знаете, что даже, собственно, корабли применяют другие всякие методы, в основном эхолокации. Вот, поэтому затонувших кораблей, мало из которых лежит прямо уж прямо у поверхности, обычно глубоко, нет, искать практически невозможно. Можно ли определить тип пожара? Разумеется. Вот. Ну, понятно, что по космическим снимкам вот этим с по термальным каналам, дальним инфракрасным, которые фактически показывают такие дистанционные измерения температуры, они, как правило, недостаточного разрешения, чтобы видеть там подробности. Но, в общем, можно предположить, если интенсивность высокая вот этих горячих точек, что, скорее всего, речь идет о верховом пожаре. Но, как правило, если мы видим много вот этих горячих точек на инфракрасных каналах, можно посмотреть на эту же территорию в один из дней съемку среднего разрешения хотя бы Ландсата, и там уже будет прекрасно видно какой-то пожар, не только низовой, но и верховой. Очень часто, правда, это сказать однозначно сложно, даже находясь на Земле, потому что очень часто он переходит, то низовой пожар переходит в верховой, а потом верховой может затухать, переходить в низовой. И если вот вы обратили внимание, я прям даже показывал одну из вот этих картинок, сейчас я вам ее, наверное, повторю, секундочку. Так, есть такая вот эта картинка Ландсат, да, если вы посмотрите внимательно на сгоревшие вот эти территории, вы видите, что они сгорели неравномерно, и часть территории, прям вот, которые почти сине-черные, они пройдены верховым пожаром, а часть, вот видите, там сохранились зелененькие, там вообще не горело, какие-то леса прогорели частично, вот они такие там фиолетовые с зеленым как бы. И по космическим снимкам, особенно по прошествии, допустим, на следующий год, можно посмотреть, как себя чувствует лесной покров. То есть если прошел только низовой пожар и деревья остались живы, они на следующий год, как правило, вегетируют, и мы можем это видеть их, значит, восстановление, такой зеленый цвет поверх вот этого ужасного сгоревшего пожара, там обычно видно, что там происходит. То есть не всегда можно опознать в момент горения, но в большинстве случаев можно с большой вероятностью опознать это. А по прошествии можно понять, что сгорело полностью, а что частично. Спутники видят Землю с помощью энергетических импульсов. Нет. Значит, спутники вообще все, некоторые да. Значит, спутники вообще все делятся на две большие группы. Пассивные и активное зондирование. Все спутники, большинство которых я вам сегодня показывал, которые снимают в оптическом, в инфракрасном, ближнем инфракрасном, среднем инфракрасном, дальнем инфракрасном, термальном или в ультрафиолетовом диапазоне, все они являются пассивными. То есть они, эти датчики, так же, как датчики в фотоаппарате или в сканере, такие же фактически фоточувствительные элементы там стоят, вот, только с более мощной оптикой, они
фиксирует пассивную энергию, либо это энергия Солнца, отразившаяся от поверхности Земли, либо в случае вот, дальних инфракрасных каналов, эмиссионных так называемых, это эмиссия инфракрасного излучения от нагретых тел. То есть это не солнечный свет отраженный, а собственная энергия нагретых до определенного температуры тел излучает. Вот. Эти спутники ничего, никаких энергетических импульсов никуда не посылают, кроме как, значит, передают данные на Землю через радиосвязь. Вот. Что касается радарных спутников, вот они как раз действительно посылают энергетические импульсы. Это активное так называемое дистанционное зондирование. Вот. Они там стоят, ну, в общем, самый настоящий радар, который примерно такой же, как стоит там на самолетах, я не знаю, на кораблях, в аэропортах, вот, на радарных установках военных. Вот, он посылает этот направленный импульс и отражается от поверхности Земли и принимает его. Вот это действительно можно сказать, что радарные спутники, они исследуют Землю с помощью энергетических импульсов. Вот. Ну, я немножко говорил, какие датчики используют для чего. Это для пожара. Ну, понятно, что пожары можно фиксировать, чаще всего фиксируют вот, вот именно по температуре в датчике, работающие в дальнем инфракрасном диапазоне. Вот. Но вообще говоря, пожары прекрасно видны и в оптическом диапазоне по дыму. Вот. Это как бы сегодня немножко менее технологично, потому что дым более сложный объект, его легко спутать с облачностью, еще с чем-нибудь. Вот. Но вообще говоря, многие источники огня лучше даже видны по дыму, чем по повышенной температуре. Их раньше можно обнаружить, и отработка вообще говоря, вот этих технологий автоматического обнаружения по дымам пожаров, она довольно серьезный технологический вопрос, который тоже вот можно изучать и пробовать какую-нибудь нейросеть тренировать, которая бы это опознавала. Вот мы проверяли по снимкам, например, есть сейчас большое количество спутников компании Planet, выведенных на орбиту. Вот, они... Они выводят, соответственно, снимают с довольно высокой частотой, то есть каждый день по нескольку раз, не с таким высоким разрешением, как, может быть, некоторые другие спутники, но достаточно, чтобы видеть дым от пожаров. Но при этом они не снимают в термальном, в дальнем инфракрасном диапазоне, а снимают только в видимом. То есть если научиться видеть по дымам, то можно обнаруживать пожар раньше по снимкам оптического диапазона. Вот. Если говорить о разливах нефти, например, на суше, это тоже инфракрасный диапазон, просто потому что, ну, в сочетании с оптическими каналами, потому что, условно говоря, лужи нефти, они, корка нефти, она быстро застывает в виде корки, битуминизируется развитая нефть. Вот. Она теплая, в отличие от холодной воды. Вот. А рельеф, например, как раз в основном снимает с помощью радарных снимков, потому что они как раз чувствительны, зависят от формы, от рельефа поверхности. Вот. Насколько точно можно определить температуру, используя термальные каналы Landsat 8? Ну, считается, что где-то с точностью до градуса, но тут, конечно, есть некоторые поправки, потому что температуру меряют, фактически вы меряете температуру не на поверхности Земли, а как бы та, которая прошла сквозь атмосферу. Это называется top of atmosphere temperature. Вот. Но она, в принципе, пересчитывается на температуру поверхности. Там, по определенным правилам это можно пересчитать. Вот. Но, по всей видимости, речь идет о части измерений до первых градусов. Скорее всего, вряд ли все-таки десятые доли градуса точно меряются, но до градусов более-менее меряются. То есть, по крайней мере, разница там более, там, я не знаю, от зданий, например, да, и от сооружений. Теплота, теплый остров, например, в городе, в населенном пункте, в круг, он будет тоже фиксироваться тем или иным образом. Вот. При
определяется высота и глубина под ОЗЗ, вот карта высот, значит, ну, определяется оно, естественно, чтобы построить вот эту трехмерную картинку, надо использовать два изображения. То есть оно определяется с помощью фактически триангуляции, такой стереопара нужна. То есть, ну, чаще всего сегодня используется пара радарных снимков, ну, которая, значит, с двух точек, либо один спутник снимает последовательность двух точек, либо два спутника, последовательно пролетая или одновременно, снимают одну и ту же территорию и строят там путем, значит, сложения и сложной обработки специальный компьютер на этих двух снимков, значит, строят цифровую модель рельефа. Это прямо так делается. В принципе, то же самое можно делать по оптическим спутникам, тоже снятым, значит, с разных углов одну и ту же территорию. Вот. Но по оптическим получается обычно менее точно, кроме того, там сильно мешает облачность. Примерно так это происходит. Значит, несанкционированными свалками мы так всерьез не занимались, хотя несколько раз смотрели отдельные примеры. Ну, естественно, они видны на снимках, но это, как правило, должны быть снимки достаточно высокого разрешения, чтобы понять, что это именно свалка. То есть по Ландсатам и Сентинелям можно видеть, что эта территория там очищена от растительности, она как-то меняется и развивается. Вот. Но чтобы понять, что это именно свалка, как правило, нужно хотя бы разок снять ее с более высоким разрешением. Вот. Ну, наверное, по радарным снимкам, которые можно строить очень точные модели поверхности, можно измерять объем, как меняется объем этой свалки, если она нарастает без увеличения площади, а только при увеличении объема. Это тоже возможно. Я знаю, что такие работы делаются. Вот, по крайней мере, какие-то просадки грунта и прочее, они по радарным снимкам тоже прекрасно делаются, вот изменение рельефа поверхности. Вот, но не скажу, что много этим занимались. Как-то вот, собственно, свалки были только так вот, от случая к случаю. Так, что еще? Еще какие-нибудь вопросы? Я уже, наверное, наговорил почти все время, но если вопросы есть, я готов ответить дальше. Сухов Иван поднял руку. Угу. Да, если пожалуйста. Вы сказать, да, конечно. Можете говорить. Алло. Ну ладно. Ну, может быть, это можно задать в письменном виде. Вот. Значит, я думаю, что я пошлю вам еще вот эту презентацию. Может, я там что-нибудь поправлю. Ну, пошлю вам тоже посмотреть. Там еще некоторые такие впечатляющие. Вот если возвращаться к вопросу о воде, что видно в воде, да, я говорил, что кораблей не видно, естественно, но мутная, например, вода, она на снимках достаточно хорошо видна, отличается от чистой, просто за счет вот этих взвешенных частиц. Точно так же фитопланктон виден. И можно, ну вот, например, мы еще использовали это свойство космических снимков, чтобы обнаруживать загрязнение, которое, значит, происходит при добыче рассыпного золота на реках Сибири и Дальнего Востока. Вот, сейчас мы сами этим не занимаемся, но этим занимает целый ряд организаций. Вот сибирских, они там, я понимаю, пишут во всякие инстанции, пытаются, значит, добиться, чтобы оштрафовали этих коллег, потому что выглядит это, конечно, совершенно ужасно, эти вот реки, разбитые золотодобычи, вот так, наверное, это выглядит вживую. Вот такая глина течет по реке, ну и поднимаясь по вот этому вверх, по этому, собственно, мутному потоку, вот, можно дойти до места, где, собственно, впадает в это. Вот я сейчас, у меня сейчас этого нет в презентации, но вот есть, например, такие картинки в Варде, может быть, вам тоже они будут видны. Вот, например, река Каменка впадает в реку Ангару. То же самое, что и на том снимке, только это снимок этого года, свеженький, 20-го.
Вот. И если мы потом поднимемся вверх по реке Каменки, мы увидим, что вот голубенькая ленточка – это грязная вода, вот такая черная темно-синяя ленточка – это чистая вода. Ну, собственно, что вся грязная вода попадает в реку Каменка из реки Удэрехи. Если мы дальше еще выше пойдем по руслу этой реки, то мы увидим, собственно, источник, вот эти, значит, раскопанное при золотодобыче русло изуродованное. Это, знаете, что золото сейчас моет уже давно не старатели, там, ситом, а, значит, большая мощная драка, которая перемалывает фактически все русло, пропускает ее. Ну, вот на высоком разрешении на Гугле, ну, в данном случае на Яндексе, там видно детали того, как это происходит, вот. Но на спектрозональном снимке Landsat это видно гораздо лучше, или на Sentinel, просто за счет того, что в спектральном канале эта вода выглядит смути, она выглядит совершенно по-другому, чем чистая вода. Ну и выше мы видим там целый ряд вот этих прямо таких голубых территорий. Это прям все раскопанные вот эти вот вода с мутью, с грязью. Вот так она выглядит. И, в общем, это прекрасно тоже видно, и можно отследить, откуда это, собственно, течет в районе города, там, Южная Енисейска. Вот такая же вот эта картинка, которую я вам показывал. В реальности эта река Удэрей выглядит вот так вот. Она поток глины сплошной. Ну вот, не знаю, в какой степени я ответил на этот вопрос. Вот, ну да, вот морской пример. Вот мы тоже смотрели, например, насыпание архипелага Спортли. Это спорные острова в Южном Китайском море. Значит, и китайцы там строят, ни с кем не согласовывают. Там на них еще претендуют Филиппины, Индонезия, на некоторые Япония. Вот. Значит, и строят там военные базы, ни с кем не договариваясь и не согласовывая. И следить за этим можно исключительно из космоса, потому что близко никого не подпускают. Но вот один из, значит, этих рифов не превратили уже полностью в искусственное такое сооружение. Ну вот там видно, кстати, что вот эти вот землечерпалки, они, ну, там нас интересовал конкретный вопрос, не везут ли они песок из Индонезии туда. Но похоже, что они просто с морского дна все черпают, то есть это разрушает донные экосистемы и коралловые рифы. Ну, вот так вот выглядит мутная вода. Собственно, там прекрасно видно, как вот эти вот землечерпалки, вот эти драки, они, значит, выкачивают со дна песок с водой, поднимая вот эту всю муть, и насыпают, по трубам качают земснаряды такие, отсыпают дополнительно, значит, песком эти острова, что-то там строят и так далее. Вот так это примерно тоже выглядит. Ну, уж если уж мы, чтобы закончить с водными проблемами, я еще не показывал вам картинку с Аральским морем, да, вы знаете, что это пересохшее Аральское море, вот, но имея космические снимки, Landsat летает вот на 5-й с 86-го года, есть и более ранние, вот я просто сам собрал несколько таких картинок, выключив эти космические снимки, но это уже не онлайн, там неудобно это делать онлайн, это офлайн с помощью QGIS я эти картинки сделал, просто выкачив вот за 86-й год и 2000-й, можно посмотреть весь процесс. Вот, например, там 2000-й, 2010-й, 2010-й, 2019-й, в принципе, там можно посмотреть и сезонную динамику, да, вот как бы с 86-го по 2019-й, вот. Так происходило усыхание этого Аральского моря, и мы сегодня там видим только соляную пустыню. Но там не все так просто, естественно, потому что, вообще говоря, уровень несколько меняется в сезон, весной, значит, немножко наполняется этот пересохший южный бассейн Арала, вот. А северный, как мы видим, он сейчас сохраняется, он отделен сейчас плотиной. Но в казахстанской части, значит, река Сырдарья, которая впадает по-прежнему еще в Северный Арал, она все-таки приносит туда достаточно воды. Если не давать ей растекаться по этой раскаленной сковородке вот Южного Аральского моря, Южного бассейна, то можно сохранить какое-то море в северной части, что Казахстан и делает. А в южной части, которая находится на территории Узбекистана,
там река Амударья, значит, она больше не впадает вообще в Аральское море, она разбирается полностью на орошение. Вы видите вот эти вот зеленые такие пятна южнее моря, это, собственно, какие-то вот посевы, сельскохозяйственные угодья, сады, населенные пункты. Вся вода остается там фактически, вот ничего до моря не дотекает сегодня. Вот, это все, всю эту историю можно печально, можно проследить по космическим снимкам и по, в том числе онлайн, кстати, это можно делать, по снимкам более низкого разрешения, прям смотреть, как это меняется в течение сезона, по годам. Вот, это тоже отдельная, значит, история. То есть вообще водные проблемы, они очень хорошо видны тоже на космических снимках. Вот. Так, есть ли еще вопросы? Я уже, я думаю, что настолько всех перегрузил, что вопросов уже не осталось. Но для тех, у кого вопросы появятся позже, я думаю, что можно оставить, значит, в конце презентации. Там есть мои контакты, можно писать, либо через организаторов каким-то образом. Я подписан тоже на чат в Телеграме. Соответственно, можно мне на эту тему писать. Если вы перешлете мне презентацию, я ее поставлю в канал. Да, ну я, наверное, сам могу ее... А, нет, в канал не могу, могу только в чат. Хорошо, перешлю, конечно. Спасибо. Вот. Ну, значит, ну я ее ссылку мне перешлю, она слишком большая, чтобы так прислать. Да, хорошо. Вот, я ее, наверное, на Google Drive положу, ее перешлю. Ладно, спасибо. Спасибо вам. Вот, и там, значит, на последних нескольких слайдах есть тоже всякие полезные ссылки на порталы, где, в том числе специализированные по всякой экологической проблематике, где можно смотреть космические снимки, их обработку, карты на их основе. Ну, там довольно много всякого интересного. Ладно, спасибо за внимание. Спасибо вам. Я тогда, наверное, остановлю показ своего экрана. Вот. Ну и если у вас нет вопросов, то я могу, соответственно, подключиться.